проект, который мы вот буквально недавно утвердили, а проект он по футбольному полю, он отвечает самым современным требованиям самых изысканных футбольных стран мира. Да, это суперсовременное поле, очень высокого класса, поле, которое, я думаю, что в России, не знаю, я не буду говорить, скажу, единицы, да, будет таких полей, что нас дам возможность, нам, Волгоградской области, на этом стадионе проводить матчи совершенно разного плана, мирового уровня. И чемпионат мира, и позже. Мы же думаем уже дальше о наследстве. Это наша тоже очень такая основная задача. И то, что мы совместно со «Стройтрансгазом» на сегодняшний день уже рассматриваем ряд определенных изменений в проект, для того, чтобы здесь после... дополнительно к тому, что уже сделано было. Да, для того, чтобы здесь можно было разместить объекты. Это очень хорошо.